Знакомьтесь, это Боб. Не, нихуя. Не, хуйня. Знакомьтесь, это Боб. Подборщ. Джеймс Боб. И сегодня он секретный агент, который попытается спасти мир. Им нужно будет обезвредить самую мощную ядерную в мире. Но сначала до нее надо добраться. Тебе понадобится снаряжение, Боб. Костюм тройка, часы с лазером, рентген очки, ну и репеллент от акул. Не хочу тебя лишний раз пугать, но если ты попадешься, тебя начнут пытать водой, огнем, железом, ядом. И, конечно же, обнимашечками. Не бойся, Боб. На этот случай в твоем воротнике спрятана ампула с цианистым калием. Умрешь уже через 30 секунд. Ладно, переходим к плану Б. Ты должен добраться до машины. Но для начала тебе нужно выбраться отсюда. Снимай наручники. Ты можешь это сделать, просто сломав свой большой палец. Попробуй. Теперь беги. Прямо по коридору. Налево. Справа будет охранник. Заходи в дверь. Пенек, сел! Теперь прямо. Ты сделал это. Теперь садись в машину и ни в коем случае не оборачивайся на взрыв. Ведь в противном случае ты обожжешь себе роговицу. Но что еще страшнее, ты не будешь крутым. Показывай этот ролик друзьям и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые эксперименты над Бобом.